Тандыр. Тандыр. Вообще Тандыр. Вот хуйня выступает. Первый. Мы будем. Группа Тандыр Лабиринт. Тандыр Лабиринт. Да, для вас со специальным репортажем из стен андерграунда, блять. Их поставили 11. Коля, что ты думаешь о том, что мы первые выступаем? Я да. Да? Все, да. Иванушка, помаши рукой. Эй. Иван, помаши рукой. Все, красава. Я заснял. Теперь ты помаши рукой. Таинство создания и рождения! We'll be right back.
80? 8. Просто у них строение лица очень похоже, ему это действительно пойдет. У нас тут гитарист испачкался немножко. Да-да-да, вот и вот чтоб до сюда шло черным, и здесь рассеивалось. Ну ты ж батька тут. Хуль! Да я дурак вообще, я один год не доучился, музыкальный, закончить и все. И это был видеоурок. Как быстро играть и это была борода. А ты меня уже снимаешь, да? Пойдем. Как быстро? Пальцевая техника – это игра пальцами. Пальцевая техника берешь так. Да, подожди, как быстро играть? Это игра пальцами. Это вот так вот. Как быстро играть пальцами? Вот секрет. Фингеринг. Все. Берете и играете. Фистинг. Фистинг. Мы пошли снимать бороду сначала. Фингеринг. А потом мы пошли снимать Нихил. В общем, такая тема, то, что мы тут... Пришли. Чёрчёв Нихил. Да, выступать. У нас вторая группа Чёрчёв Нихил. И тут мы нашли вот такую вот фиговину. Экс... Нихил. Это мексиканский и латынь, короче, все вместе. Да. Это как, это будет новым названием нашей песни Чёрчёв Нихил. Нихил. Я тоже так, я... только этот фирменный мой крест и рога из этого. И будешь как если похоже. Если не понимал, как можно вообще... Ебать, я похоже. Я выйду, короче, я скажу, нихуя ты похоже. Ну, я после того, как выступлю, я, короче, нахуя. Я тоже. Вот, скажи тоже, я тоже. Что я тоже? Ты нахуяришься? Мы сказали то, что мы нахуяримся, и мне все сказали, я тоже. Ты нахуяришься после концерта? Он тоже. Скажи это. Я ЗОЖ. Я ЗОЖ. Пацаны, ЗОЖ. За ЗОЖ. ЗОЖ. За ЗОЖ, парни. Straight Edge, да. Кстати, насчет Straight Edge, у меня на ремне басовом написано Straight Edge. We'll be right back.
вспоминаем гитариста Слэйра. Вот. Так. За Джеффа. О, ты даже две взял. Джефф. Все круто, и у меня волосы длинные. Немножко. Мне кажется, может мы спустимся вниз и там будем петь, потому что, слышишь? Пацаны! Хотя ладно. Да. Есть какой-нибудь чехол, куда можно это протащить? А ты туда хочешь протащить? Ну а что, здесь стоит? Не знаю. Прям тут можно сесть. Нет, если пить, то туда спуститься. Не сусово, где тут понятно. А? Ну это он встанет. Ребят, я не спал. Я сейчас психую, но помню, что Кристиана сорвусь. Я приблизил. Приблизил? Да, давай.